Приветствую, друзья мои, с вами Александр. И я решил выделить несколько минут на то, чтобы ответить на парочку комментариев, которые у меня появились к предыдущему видео. Спасибо вам большое за обратную связь. Мне очень приятно читать от вас комментарии. Это комментарии от Сергея и от Дмитрия. Давайте начнем с последнего комментария, где Сергей говорит о том, что... Давайте вначале предысторию. Я в предыдущем видео сказал, что есть такая методика, когда вы занимаетесь в течение 3 недель, по 5 минут выделяя времени своего графика дневного, и за это время, за 21 день, вы сможете выучить 12 аккордов, 8 из них открытых аккордов, 4 септаккорда, 2 варианта перебора, и этого вам будет вполне достаточно, чтобы исполнить 90% песен, которые только существуют, которые вы только сможете найти в интернете на различных ресурсах. Да, действительно, я об этом говорил. И Сергей пишет о том, что хотел бы он посмотреть, как играет человек, тратя на занятия 5 минут в день, через месяц. Да никак он не будет играть. И чтобы появился навык, развились пальцы и так далее, нужны сотни часов тренировок. И то, если есть какие-то способности у человека. Друзья, вот посмотрите, я сейчас вам наиграю отрывочек даже из той же самой мелодии, только что, которую наигрывал. И скажите, пожалуйста, играю я сейчас на гитаре или не играю? Давайте так вот будем просто бац-бац. Кто-то скажет, да разве это игра? Просто там, сколько у нас было аккордов? 5 аккордов и бац-бац струнами, по струнам одним пальцем, и то не система, на то вверх, то вниз. А кто-то посмотрит и скажет, вау, мне бы хотя бы так научиться играть. Поэтому здесь я хочу какой нюанс подчеркнуть. Под словом «играть на гитаре» каждый человек подразумевает то, что он подразумевает. Для кого-то играть на гитаре – это действительно знать всего 3 аккорда, условно выражаясь, и под эти 3 аккорда играть все абсолютно песни. А для кого-то играть на гитаре… Это обязательно, чтобы по верхним струночкам, там, по каким-то ладам играть. Вот. Поэтому, смотря что, вы вкладываете в понятие «играть на гитаре». Вертолет летит, не знаю, сейчас слышно или не слышно. Все, полетел дальше. Значит, смотрите, еще такой нюанс. Я в прошлом видео, можете пересмотреть, отметил, что для того, чтобы стартануть в игре на гитаре, в принципе, этого периода будет достаточно. Почему это, на мой взгляд, достаточно? Это достаточно для того, чтобы человек почувствовал вкус игры на гитаре. Но представляете, вот он по 5 минут в течение 3 недель уделял время, и через 3 недели у него прям прорыв произошел, он одну за другой песни листает в интернете, и, в принципе, все аккорды практически знакомы, играет и поет. Это же какое удовольствие может человек испытать. Вот. Это то, что касается данного комментария. И тут попутно я еще пару моментов отмечу относительно тех же 5 минут. Очень часто бывает, что мы переоцениваем то, что мы можем сделать за короткий срок, и недооцениваем то, что мы можем сделать на длительной перспективе. Если по чуть-чуть, капелька за капелькой, маленький шаг за шагом, ежедневно предпринимать усилия в направлении развития какого-либо дела, то через достаточно большой промежуток времени вы сможете достичь очень заметных результатов. Вот сейчас у нас только с вами начался 2017 год. Вы можете провести эксперимент. Январь месяц. Сыграйте что-нибудь, запишите на камеру. И потом в течение всего года до декабря месяца ежедневно выделяйте несколько минут в плане того, чтобы позаниматься на гитаре. А потом опять-таки в декабре 2017 года запишите видео и сравните видео январское и видео декабрьское. И вы действительно заметите, что у вас произошел прогресс в плане игры на гитаре. Но заниматься нужно каким образом, если вы короткими присестами? Нужно заниматься с головой. Не просто взяли в руки гитару, бац-бац-бац, положили гитару и пошли по своим делам. Необходимо заниматься с головой. То есть, если вы сели, то вы прорабатываете конкретный аккорд, конкретный пассаж, какой-то нюанс. То есть, целенаправленно посидели, позанимались несколько минут, отложили гитару. И еще такой нюанс попутно отмечу, опять-таки, знаете,
многие люди не находят возможности, времени, каких-то обстоятельств для того, чтобы посидеть на гитаре, позаниматься. То устали, то торопятся, то какие-то дела еще. Я предлагаю такой метод. Возьмите гитару и дайте себе слово, что вы сейчас поиграете ровно одну минуту, 60 секунд. Взяли гитару и начали заниматься. Как правило, по тенденции вы будете играть больше, чем одну минуту. Возможно, 5, 10, 15, а то и больше. Но для начала скажите, вот я одну минуту целенаправленно изучаю тот или иной аккорд. Это классно работает методика, попробуйте ее. Ну, переходим плавненько ко второму комментарию, потом будем заканчивать это видео. Дмитрий пишет: Саша, чтобы научиться играть нормально на инструменте, потребуется не один год занятий. Вы со мной согласны? Согласен с вами, но, как правило, одного года занятий целенаправленного достаточно для того, чтобы, как вы пишете, нормально играть на гитаре. То есть достаточно будет приемлемый уровень, тем более, если вы занимаетесь два раза в неделю, но я имею в виду, что желательно заниматься с репетитором под чутким руководством, чтобы вовремя вас в нужном направлении направляли. И ведь отыграв должное количество часов, человек будет хорошо играть. Это все верно. И Дмитрий говорит, сколько времени я уделял для занятия, когда начинал играть на гитаре. И что я рекомендую по поводу того, сколько вам, моим зрителям, подписчикам, выделять времени ежедневно для занятий на гитаре и каким образом это делать. Я, когда начинал играть на гитаре, мне было лет 13, наверное, 14, 7, где-то 8 класс, наверное, учился. Я играл первый год по 8 часов минимум ежедневно. Я чуть ли не с гитарой в обнимку спал, просыпался первым делом, за гитару брался и засыпал тоже, руки на гитаре держал. Вот. Но потом уже стали подготовка в университет и так далее, другие дела. Что я рекомендую своим ученикам, зрителям, подписчикам? Я рекомендую заниматься понемногу ежедневно, чем делать большие перерывы, там неделю, две недели гитару в руки не брать, а потом несколько часов играть на гитаре так, что пальцы потом синеют или такие вмятины остаются, мозоли натирайте. По чуть-чуть, 5 минут, 7 минут, 1 минуту, 10 минут, но с головой играть, и тогда вы достигнете действительно больших успехов. Это все, что я хотел сказать в этом видео. Спасибо вам большое еще раз за обратную связь. Если в этом видео вы для себя подчеркнули какую-то мотивацию, посчитали, что какой-то полезный совет я дал в этом видео, обязательно ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны, и делитесь, конечно, этим видео в социальных сетях со своими друзьями. А мы с вами увидимся в следующих видео. Всего доброго. Спасибо еще раз за просмотр. Пока-пока.